Сегодня известная в Екатеринбурге многопрофильная фирма «Дежа» продолжает активно восстанавливать так называемый «мытный двор» – памятник архитектуры XIX века, возведенный еще в 1870 году как специализированный торговый центр. Хотя вообще-то «мытный двор» по определению – это таможенная государственная структура, существовавшая в Москве и Нижнем Новгороде в 17 и 18 веках. В Екатеринбурге проект предполагал здание типа каре, однако возвели только один корпус фасада – к концу 20 века, пришедший в полную негодность. Два года назад Дежа и ее учредители, представители ОПС «Уралмаш», добились разрешения на восстановление и воссоздание памятника. И процесс пошел. Полностью стройку планируют завершить к марту будущего года. Здесь будут магазины, ресторан и много чего еще. Необходимо восстанавливать исторические памятники, культурные памятники. Это мы должны знать свою историю, как своего города, как родного края. И самое главное, мы должны эту историю передавать другим поколениям, нашим детям, нашим внукам.